Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 16 июня 2024 года. На улице 25 градусов тепла, пасмурно. Погодка очень-очень даже хорошая. Буду обрабатывать от фитофторы вот свои помидоры. Набрались силы. Посмотрите, дожди спасли их дожди. Я их прополола, окучила. Здесь у меня сидит боец, здесь буян. Я уже забыла, где что. Здесь анжелочкины сидят, вот точно помню. Сливки, ой, круглые, вишни юпи. Здесь сливка вишни юпи, но отсаживала. Подвязывать еще не подвязывала после обработки. Сегодня обработаю ардан, очень хороший препарат. Это не реклама, а просто... Мне посоветовали им пользоваться. Сколько я вот пробовала от фитофторы, мне не нравилось. Буду делать трехкратную обработку. Вот до цветения, во время цветения. И буду еще обрабатывать борной кислотой во время цветения. Когда обильно начнут цветы, обрабатывать будем с вами борной кислотой. Ну, в этом году я помидорчиками довольна. Подвязывать немножечко попозже. Травы сколько? Это жесть. Два раза пропалывала, и, наверное, все лето будешь полоться с ними. Ладно, на 5 литров воды даже можно применять в теплицах. Ну, если останется, брызну немножко у теплицы. Тоже низкорослые, где огурцы рядом не сидят, брызну. 25 грамм на 5 литров воды. Так, для картофеля на 5 литров воды. Для огурцов на 8 литров воды и для томатов на 5 литров воды. Томаты защищенного грунта на 8 литров воды. Значит, придется, если останется, придется водички добавлять, теплицы брызгать. Так, ну ладно, мои дорогие друзья, пойдем наберем 5 литров воды. Такой вот у меня обрызгиватель. Очень удобный, очень хороший. Это просто я его, когда купила, что-то сломала. Когда покупать такой обрезыватель, нужно сразу вот этого укреплять. У меня ручка оторвалась. Но обрезыватель очень хороший. В светофоре покупала. Вот она, смесь. Здесь у меня меди, хлорокиси какие-то. Цимоксанил. Господи, лучше не читать. Фитофтороза. Альтернариоза и пероноспориоза. Интересно, а дыни с арбузами можно? Или для них отдельно? Огурцы можно, значит, дыни с арбузами можно. Они же семейство одно и то же. Я надеюсь, можно и дыни с арбузами обработать. Нужно еще, конечно, покупать. Да. А то от Колорадо обрабатывала, бумага туда попала, я так и не вытащила. Ну что, будет все зеленое у нас. Конечно, что-то вроде бы как и дождь намечается, но завтра, послезавтра, 4 дня подряд будут очень обильные дожди. Нет смысла уже ждать. Даже если первую обработку смоет, ничего страшного, хоть что-то да поможет. Налила вот так. Зеленая жидкость получается. Так, вставляем и закручиваем. Нужно еще новый один купить. Уже буду знать, как с ним обращаться. А, вспомнил, он у меня упал. Разбился. Ну, идем поливать. Надеюсь, дождя не будет. Но маленькие капли капают. Сейчас покажу, как он работает, этот мой. Но это на слабо я еще не накачала. Будем качать с вами. Так, вроде бы накачали. Пойдем сзади. Очень удобно, очень мне нравится. Вот, и пошли делать обработку. Сам не обливаешься.
Итак, это поначалу, когда полное, очень плохо накачивать. Вот, а теперь уже пошло даже и намного интереснее. Ну, постараюсь вот эту одну лейку вылить на одну грядку, на две грядки. Так, снимаю как-то не по-человечески. Вот так. Прекрасно. Только бы дождь не пошел. Иди помогай. А то указываешь. Не, очень даже хорошо этой его штукой. Ой, землю вам показываю, я как накачиваю, не показываю. Но это, что бы я ни облила, что бы ни полила, обязательно дождь. Это уже у меня проверено. Лёвка, иди помогай. Ну, думаю, хорошо уже облила. И по земле польем. Земля очень сильно болеет фитофторой. Ужасно. Ну все, раствор закончился. Вот чеснок у меня погиб в этом году. Все, там еще раствор у меня есть. Пойду доливать. Я болью ту грядку. Дождик, смилуйся, не иди, не наглей. Не наглей. Не должно быть, я смотрела в интернете, не должно дождя быть. Так, пойдем дальше, последнюю грядку, а потом в теплицу. А в теплицу нужно добавить немножко водички. Там написано на 8 литров. Потому что не смывается. Так, как всегда. Как всегда, не накачала. Вот, и землю, мои дорогие друзья. И землю обязательно. Неудобно, конечно, мне снимать. И... Да и сильно кверху много налила. Это у меня первая обработка. Первая. Вторую обработку по цветам. А вот несколько дней пройдет, дня 3-4 мы будем с вами обрабатывать бором, борной кислотой. Ну все, даже очень хорошо я пролила все, надеюсь. Съемка какая у меня получилась, я не знаю, потому что солнце отсвечивает. Не разберу сама. Все, достаточно. Достаточно. От фитофторы обработали. Пойдем цветочки. Ну ладно, это уже цветочки в следующем видео покажу. Пойду все-таки с помидорами разделаюсь до конца. Сейчас добавлю сюда просто водички. Вылью назад и добавлю воды, потому что у теплицы нужно слабейшим раствором. Добавила воды, сделала более посветлее. И идем в теплицу. Так, ну вот дождик, ну вот, ну не выберешь время, как вода полить. Ну вот все-таки облака показывают, что дождя не должно быть. Но он мелкий же, все-таки мельтешит. Хочу содой обработать сегодня еще свои розы. Розы маленькие эти растения. Смородину облить хорошо содой. Так, где огурцы, я поливать, мои дорогие друзья, не буду. О, вон он пошел, пожалуйста, слышите? Вот это здесь поливаться, цветофтор у меня ничего не будет из огурцов. Здесь я его, конечно, буду, сейчас побрызгаю. Вот, хорошо. Оболью и дыни, чтобы не горели от фитофторы. Сейчас накачаю. Ну все, дождь пошел хороший.
Это я Колорадо облила сегодня. Так, здесь я не буду, а здесь вот брезну немножко. А где возле огурцов не буду поливать. Ну вот же смоет. Ой, это закон подлости. Что бы ни обрабатывала, обязательно дождь. Это просто крик моей души. Ладно, аккуратненько по низу пройдем. Так, там огурчики, боюсь, чтобы не попало. Не буду поднимать сильно. Так, снимаю свои ноги. Все. А это здесь хорошо перец обработаем. Потому что он тоже сильно горит. А фитофторы. Ой, короче, у меня получилась съемка. Не ругайтесь, хотя мне многие на меня ругаются за мою съемку. Ой-ой-ой, сейчас это полью кукурузу свою отравой. Не сухая. Надо переставить другое место. Ну, муж говорил, сейчас раз взялась поливать, значит все. Ну, все обработали. Слабеньким раствором. Ладно, от Колорадо тогда еще раз полью. Два раза можно обработку от Колорадо делать. Ну, а здесь по земле побрызгаю. Вот что, все. У меня раствор закончился. Вот. Землю тоже нужно обрабатывать от фитофторы. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Сделали с вами обработку. А дождик ее покропил, еще добавил, раствор сделал послабше. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания, до новых встреч. Пока!